В минувшие выходные в интернете появилась аудиозапись, на которой нынешний владелец баскетбольного клуба «Клиперс» Дональд Стерлинг осуждает свою подругу за дружественные отношения с афроамериканцами. Также Стерлинг запретил подруге приводить афроамериканцев на игры «Клиперс» и вообще попросил не показываться на людях в компании афроамериканцев. Естественно, поднялся скандал. Стерлинг был оштрафован, а также ему пожизненно запрещено иметь отношение к какой-либо команде NBA. Также по требованию профсоюза игроков Национальной баскетбольной ассоциации Стерлинг должен продать свою часть клуба «Клиперс». Приобретением команды заинтересовались медиамагнат Дэвид Геффин и звезда бокса Флойд Мейвезер-младший.